Ход работ на важном для жителей региона объекте здравоохранения оценил глава региона. Магаданский онкодиспансер ожидает поставку нового магнитно-резонансного томографа. МРТ – аппарат, который дает возможность обнаружить онкологические заболевания и перечень других не менее опасных болезней. Продолжается реконструкция отделения онкологического диспансера. В новом едином комплексе для лечения онкозаболеваний ежегодно планируется проводить около 200 операций. Обновленное отделение должно заработать к концу 2022 года. Строители обещают закончить работу раньше срока. Идет по графику работа. Мы сентябрем должны закончить. Там совершенно новая крыша будет. И фактически закончить корпус в черне, черновая отделка. Это залитые полы, это сделанная в черне штукатурка. Работы на объекте выполняет компания «Стройрегион». По словам специалистов, для улучшения сейсмоустойчивости стены прошиваются насквозь арматура и создаются с двух сторон мощные каркасы. Они обшиваются сеткой, затем заливаются бетоном. Тем самым усиливается несущая способность в несколько раз. Это позволит прослужить зданию порядка 50 лет. В будущем здесь разместят отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. На оснащение учреждения современным оборудованием в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения будет выделено около 500 миллионов рублей.